В каждой специальности найдутся свои горе трудяги, которые делают все не так как следовало бы. Очень печально, когда такие попадаются среди строителей. Особенно на этапе работ с фундаментом доме. К сожалению, сегодня нередки случаи, когда неопытные или откровенно безответственные строители используют для обратной засыпки фундамент обычный песок. Почему же данный материал не годится для такого дела? Важнейшей характеристикой любого грунта является водопроницаемость. Вода – не только основа жизни, но еще и коварный враг в целом ряде хозяйственных ситуаций. И в первую очередь, Хорошего от воды ждать не стоит в строительстве. Проникшая под фундамент вода легко размоет грунт. В результате его может начаться проседание фундамента и всей конструкции, стоящей на нем. Подобное гарантированно закончится трещинами на стенах, а то и вовсе обрушением постройки. Собственно, в этом и заключается главная проблема песка. Он абсолютно не годится для создания обратной засыпки фундамента. Дело в том, что после категории крупнообломочных грунтов, Пески стоят на втором месте по уровню водопроницаемости. Просто вспомните, как быстро просачивается сквозь песок вода на морском пляже. Полной противоположностью песков являются конечно же, глины. Поэтому следует знать о создании засыпки и фундамента. Главное, свод правил СП-45-13330, который регламентирует проведение работ такого рода. Помимо него обязательно следует ознакомиться с ТР-7398, в котором описывается технология правильного уплотнения грунта при работе с фундаментом. Кратко наиважнейшее правило можно сформулировать так, Обратная засыпка фундамента должна всегда выполняться из грунта, который имеет такой же показатель водопроницаемости, что и материнский грунт вокруг фундамента постройки. Выражаясь простым языком, для обратной засыпки, можно использовать грунт, полученный при отрыве котлована,